Всем привет, дамы и господа, с вами Лео Мун, и в сегодняшнем видео я тебе покажу всех боссов, которые находятся в игре Ultimate Beat Simulator. Что ж, давайте же мы с тобой взглянем на сами миры, так скажем, локации. На каждой локации у нас по одному или по два босса. Для начала давай мы с тобой посмотрим на двух боссов, которые находятся на основной зеленой локации. Что ж, погнали смотреть! Итак, мы добрались до места назначения первого босса, он находится вот здесь вот. И как я понимаю, первый босс это у нас вот это вот существо. Вот это у нас босс, давайте-ка попробуем его убить. Мне кажется, его будет убить очень просто. И что же, дамы и господа, мы его убили, и он у нас исчез. Но ничего страшного, потому что он снова появится. Что ж, теперь мы отправляемся вот к этому боссу, которого мы сейчас убьем и рассмотрим. Отправляемся. Итак, мы добрались до места назначения второго босса. И как я понимаю, второй босс это у нас вот такой вот самый обычный енот. Забавно. Мне кажется, убить этого енота тоже будет довольно просто. Господа, мы убили этого енота. И это было достаточно недолго, просто у него уровень был сильный, а еще он был довольно сильный. Что ж, а теперь мы с вами отправляемся на вот эту вот локацию. И рассмотрим двух боссов на вот этой вот локации. Что ж, отправляемся? Что же, мой дружок, мы добрались до вот этой вот прекраснейшей локации и добрались до босса. И первый босс на этой локации, это у нас, как я понимаю, это у нас черепаха. Да, это черепаха. Давайте посмотрим, какая она. Давайте попробуем ее убить. И вот, дамы и господа, мы убили эту противную черепаху. Это было несложно. Так что мы сейчас переходим вот к этому боссу и посмотрим, а также убьем этого босса. Что ж, погнали. Что ж, мы пришли в место назначения второго босса, который находится вот на этой вот локации. И это у нас вот такой вот павлин. Что ж, давайте рассмотрим этого павлина. Павлин-мальвин. А также убьем его. Мне кажется, это будет не так уж и сложно. Господа, это было слишком просто, потому что он слишком слабенький, хоть он и босс, но павлин почему-то оказался очень-очень слабеньким. Но мы переходим к последним двум боссам на вот этой вот локации и на этой локации. Что ж, давайте отправимся на ту локацию и посмотрим этого босса. Ну что ж, дамы и господа, мы добрались до этой локации, до этого босса мы добрались. И вот мы уже здесь. И как я понимаю, это вот такая вот рыська, которая находится здесь. И давайте мы, как обычно, ее убьем, и все. Дамы и господа, мы убили эту рыську, это было достаточно просто, потому что мы действовали по нашей технологии, по нашему способу. И сейчас мы смотрим последнего босса, который находится вот в этой вот локации. Так что летим, отправляемся, смотрим, убиваем, погнали! Следующий босс, это у нас вот такая летающая мышка. Это наш следующий босс. Я ее очень долго искала, поэтому я не знала, где она вообще есть. И вход к этому боссу я искала очень долго. А это летучая мышка, так что убить ее придется сразу.
И вот, и этот босс был найден очень трудным способом, так как я не могла найти эту самую маленькую пещерку, так как она маленькая, летучая мышка, поэтому я не сразу ее нашла вот на этой вот локации. Но это была последняя локация и последний босс на этой локации. Надеюсь, что вам понравилось это видео и оно было интересным. Также поддержите меня лайком и подпиской на мой канал. Также напишите свой комментарий. И всем-всем пока-пока-пока!